Как вы помните, это Нива Тревел с завода плюется бензином. О, здрасте! Так что сейчас будем ремонтировать эту горловину. Некоторое время назад я обратилась к официальному дилеру по гарантии, чтобы мне устранили этот дефект. Но мне сказали, что дефектов не выявили. Дефектов не выявили, все не работает. Выявили, не выявили дефектов? Как мне сказали, что это заводская особенность автомобиля. Опа. Но я так не считаю. Я считаю, что это косяк, который нужно исправлять. Потому что так заправляться опа. Это не делать. Так, опа, о, вот и все. Вот она, доходяга. О, да ты чё? Тут, вот это же идет у нас сюда? Да. Это вот как раз обратка, и смотрите, здесь нет отверстия, просто прорезь одна. А так быть не должно, однозначно. Сейчас я проделаю здесь отверстие, и должно быть все хорошо. Ну, вот, собственно, как должно быть. Так что собираем назад и едем проверять. Поехали на проверку. Ответственный будем момент. Проверять. Во! Папа, я починила! Да ты молодечек ты мой. Я починила! Два дня старалась, ну умничка. Ну, ну слава богу, теперь хотя бы я не буду картонку сюда стелить. У меня картонка специальная в машине. Ну что, АвтоВАЗ, огромный привет вам передаю. Нанимайте на работу нормальных специалистов. То же самое относится и к дилеру. И, кстати, вот эта поломка не только на этой машине. Многие жалуются.